Спустя несколько дней после прорыва дамбы в Орске местные жители вышли на акцию протеста к зданию администрации. Людей возмутило, что власти не объявили вовремя эвакуацию. Теперь они требуют выплатить компенсацию за поврежденное и уничтоженное имущество. Был теракт в Москве, им выплатили все кредиты, им там люди пострадали, а тут миллионы! Губернатор Оренбургской области принял группу горожан, начал общение так. Телефоны все убрали. Чиновник пообещал пострадавшим 20 тысяч рублей компенсации. Позже власти заявили, что выплатят по 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества, а полную 100 тысяч. Вот только за такие деньги ни ремонт не сделаешь, ни дом не отстроишь, говорят местные жители. Они напомнили мэру Орска, что он за два дня до чрезвычайного происшествия написал в соцсетях, что угрозы затопления нет и дамба выдержит. Через несколько дней эту дамбу прорвало трижды. Главный строитель этого сооружения обвинил в прорыве грузунов, а власти Оренбургской области объявили, что построят новую дамбу. Про прорыв мы не знали до последнего. Я днем сходила на дамбу, посмотрела, как обстоят дела с подъемом воды. До верха было 2 метра, но везде по-разному. К 7 вечера я опять пошла прогуляться с детьми на дамбу. Вода поднялась, мы вышли на саму трассу и наблюдали, как прибывает вода. Ничто не предвещало, что дамба прорвется. Александра, жительница Орска, из публикации издания «Сибирь Реалии». Люди закрывают дома на замок, опасаются мародеров. Мужик, да никто к тебе не залезет. Грабители на лодках вывозят имущество горожан. Участились и случаи мошенничества, связанного со сбором денег под предлогом оказания помощи пострадавшим от наводнения. У нас в наглую растаскивают, нас залазят, красно-белое обворовали, в дома залезли. С лодочек, которые якобы зрители, подходят его и просто обворовывают дома. По словам местных жителей, сообщения от МЧС об угрозе прорыва дамбы начали приходить слишком поздно, и многие не успели эвакуироваться самостоятельно. Больше всего поражают те суммы, которые были потрачены на дамбу, и абсолютное нежелание властей делать хоть что бы то ни было. Что им будет? Да ничего им не будет, потому что при Путине оно все так. Чиновники усиленно демонстрируют видимость работы. Глава МЧС России, бывший охранник и адъютант Путина Александр Куренков на катере показательно проплыл по затопленному Орску. Местных жителей визит не впечатлил. Министр МЧС России! Еще бы Путина, приводили сюда! Путин в пострадавший от паводка регионы пока не собирается. Тем временем уровень воды в Орске упал до 35 сантиметров. В зоне подтопления 6929 жилых домов. В Оренбурге, напротив, ожидают пика паводка. Сейчас там потоплены 2032 приусадебных участка и 1580 домовладений. За сутки уровень воды в реке Урал вырос на 25 сантиметров и приблизился к отметке в 9 метров. А в Сакмаре на 22 сантиметра. Как сообщает издание «Важные истории», гидрологи прогнозируют подъем воды еще на метр. Виктория Смирнова для телеканала «Freedom».